Приветствую вас, мои дорогие! Я Мария Шахудинова, проводник в мир здоровья, денег и счастливой жизни. И сегодня мы с вами поговорим о масле копайба. В принципе, с чего и началось мое знакомство, путешествие, моя любовь к эфирным маслам. Когда я впервые попала на аромадиагностику, именно с масла копайбы началось мое увлекательное путешествие в этот великолепный волшебный мир. Именно с масла копайбы зацепило меня, и мне захотелось дышать им и наполняться той силой, теми образами, которые возникали во время дыхания копайбы. Этот нежный, ненавязчивый, мягкий, древесный аромат, сладковатый, уносил меня далеко, на песчаный берег океана, где я сидела и наблюдала за прекрасным закатом. Там я была наполнена счастьем, чувством любовью, глубокого осознания, кто я, зачем я здесь. Масло копайбы на психоэмоциональном уровне показывает ваше состояние здесь и сейчас. Про наше состояние внутренней опоры или мы находимся в состоянии жертвы. Возьмите копайбу. Сделайте вдох. И уловите этот тонкий контакт аромата с вашей душой, с вашей психикой. Какой он? Мягкий, обволакивающий, успокаивающий. Тогда копайба говорит вам о том, что внутри вас есть потребность чувствовать внутреннюю защиту и жить в состоянии здесь и сейчас, а не убегать в прошлое и не жить в будущем. Если аромат копайбы для вас древесный, мягкий, то вам необходимо заземлить себя, заземлить свои цели, свои желания. Вообще масло копайбы – это масло для регрессологов, расстановщиков, тех специалистов, которые занимаются исцелением прошлых ситуаций, трав. Масло помогает увидеть эмоциональные травмы, отпустить тяжелые события, исцелить раны прошлого, отпустить состояние жертвы и начать создавать счастливую жизнь, богатую, поможет жить настоящим. Ведь мы создаем наше будущее и состояние здесь и сейчас. И невозможно создать счастливую жизнь, если вы находитесь в состоянии жертвы и живете прошлыми обидами. Прошлом. И масло копайбы дает чувство внутренней опоры. Его называют целителем. Лично для меня это масло номер один. Именно с него началась моя любовь к эфирным маслам, моего знакомства с миром ароматов. Любое воспаление на коже, прыщик, ссадинка, наносите, прям буквально наносите точечно масло копайбы, и на утро ваша кожа сияет светом, здоровьем, молодостью. Очень часто у наших деток болит горлышко, и когда мы капаем масло копайбы под язычок 3 раза в день, на следующий день никакой боли, горлышко здорово. Воспаление десен прекрасно помогает масло копайбы. Масло копайбы – это масло номер один в детоксе по очищению нашего организма. Кстати, в ближайшее время, в ноябре, стартует курс по экологичному детоксу. Если вам интересно поработать с этой темой, напишите мне в личку. Контакты под этим видео, и я вам скину ссылочку на этот уникальный волшебный курс. Если брать тему отношения, копайба очень эффективно помогает справляться со своим внутренним состоянием жертвы,
выйти из зависимых отношений, залечить обиды, убрать токсичные программы, жертва, спасатель, тиран. Капаева великолепно помогает справляться с состоянием внутренней жертвы и, опять же, тема лишнего веса. На психоэмоциональном уровне лишний вес является одной из причин нашего состояния небезопасности. То есть что-то во внешнем мире вам небезопасно. И лишний вес создает некую оболочку, защиту для вас. И как раз масло Капаевы великолепно работает с этой задачей. Я, приобретя семейный набор, просто вдыхая ароматы эфирных масел, у меня просто так, я ничего особенного не делала, ушло 7 килограмм. Я не держу никаких диет, я не меняла свой рацион питания. Просто минус 7 килограмм. И еще хочу поделиться очень классным для меня результатом. Это мои головные боли, что я только не делала. Никакие БАДы, никакие лекарства. Я уже делилась, говорила с вами, делилась опытом, что таблетки перестали помогать при головных жутких головных болях, когда я ни есть, ни пить не могла по 2-3 дня. И когда в мою жизнь я доверилась своей душе, я доверилась своей интуиции, я приобрела масла для себя, но масла, мои дорогие, не из магазинов, не из аптек. С какими маслами я работаю, я этим делюсь, либо пишите мне в личку, я все вам расскажу. Так вот, именно масло Капаевы для меня стало моим спасателем. Я наносила на затылок, на заднюю часть шеи, на височки, на межбровку и просто делала аромадыхание 10 минут Капаевой. От боли я вдруг заметила, что я неделю живу, хотя раньше два раза в неделю, как минимум, раз в неделю, как минимум, были приступы головных болей. И я отметила для себя, Господи, какая же я счастливая, что этих болей нет. И уже на протяжении нескольких месяцев, полгода точно, у меня нет головных болей. И те, кто ими страдают, точно знают, какое это счастье жить без головной боли. Если аромат Капаевы вам не ощущается, вот вы вдыхаете его, и он вам кажется незаметным, то вопрос к вам. Чувствуете ли вы сейчас опору внутри себя? Где вы находитесь в состоянии жертвы и не хотите себе признаться в этом? И если аромат вообще не заходит, то это про то, что вы не готовы принимать свои травмы, не готовы видеть в них ресурс. Это не желание их видеть. Это жизнь из позиции жертвы. Это обесценивание себя. И вы живете в чувстве стыда, вины и разочарования. О том, с какими задачами по здоровью помогает Капаева, вы найдете в классном телеграм-боте по эфирным маслам с подробным описанием про каждое масло, с какими задачами на уровне здоровья помогает справиться. Очень много ценного полезного вы найдете под свой запрос. Ссылка на него в моем описании под видео. Если вам интересна тема международного сообщества, созвучных мастеров, где вы обретете наставников для реализации себя, своей мечты, желаемого, достойного дохода в любом деле, желаемого, достойного дохода на любимом деле, где мы объединяемся на уникальной площадке для реализации, тогда я буду рада вам. Пишите мне в контакты под этим видео, чтобы вместе пройти этот интересный, удивительный, увлекательный путь под моим наставничеством. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очень важные, ценные новости.
С любовью к вам, Мария Шихотинова.